Я сегодня вспомнил анекдот. Знаете, звукорежиссер приходит в церковь. Не знаете, нет? Звукорежиссер приходит в церковь. Свечечку. Ага. Поставил. Вторую свечечку. Зажег. Поставил так. Встал так. Господи! Ты слышишь меня? Раз. Мне кажется, что это вообще выражение вот этого действительности вообще музыканта, когда он выходит к микрофону. Господи, ты слышишь меня? Раз.